Накануне новогодних праздников глава администрации Сланцевского района Игорь Федоров вручил ключи от квартир первым семи новоселам дома номер 77 по улице Ломоносова. Всего в ближайшее время в новые квартиры смогут переехать 50 семей из 4 домов микрорайона Лучки, признанных аварийными. На протяжении ближайших, наверное, лет 10, наверное, Сланцах, если не больше, не было таких событий, чтобы люди получали благоустроенное новое жилье. Но будем называть его новым, потому что дом все-таки реконструируемый, понятно, что это не новое строительство, но я искренне рассчитываю, что мы вот попробовали свои силы в этом. Я надеюсь, что не будет первый блин комом. В торжественной церемонии вручения ключей принял участие представитель Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Илья Косенков, который поздравил сланцевчан с новосельем и пожелал успехов, счастья в новом году и в новом жилье. По окончании церемонии вручения ключей Игорь Федоров вместе с новоселами осмотрел квартиры и оценил качество предоставленного жилья. В общем-то, люди, которые сейчас въезжают, мы надеемся, что они не будут иметь проблем ни с электропроводкой какими-то, ни с теплоснабжением, ни с водоснабжением. Мы в это искренне верим, что это будет так, что этот дом будет приносить людям только положительные эмоции, особенно после тех условий, в которых они вынуждены были проживать. Практически чуть ли не под каждого жильца индивидуальный проект квартиры. У нас только однокомнатных квартир, здесь, по-моему, 5 видов, двухкомнатных 4 вида. Зависит от того, сколько людей мы переселяем в ту или иную квартиру. Реконструкция дома обошлась около 60 миллионов рублей и закончилась в декабре. Здесь абсолютно новая система отопления, водоснабжения, электрика. Работает система пожарной безопасности, и во всех квартирах установлены стеклопакеты и натяжные потолки. Дом не был раньше газифицирован, поэтому в каждой квартире установлена электрическая плита и водонагреватель. Нам сейчас удалось в 7 квартир жильцов. Значит, дальше у нас будут прежде всего заселяться это жильцы, которые у нас по социальному найму, потому что мы их заселяем в первую очередь, потому как жильцами, которые у нас являются собственниками переселяемого жилья, нам будет необходимо еще некоторое время для того, чтобы оформить договоры мены у нотариуса. Это вот немножечко будет сдерживать. А так мы, конечно, планируем, что 26 квартир у нас тут муниципальных предоставляем, 24 собственникам, все 50 квартир заселим. Но тут же будет еще зависеть еще и от самих переселяемых жильцов, которые хотят вселиться. На днях состоялась сдача в эксплуатацию дома, и долгожданные квартиры готовы принять своих новых жильцов. Вы понимаете, прожить 63 года и не имея жилья ни на один день, я так благодарна, до слез благодарна администрации, всем, кто это нам делал, кто помогал, кто строил. Низкий поклон просто я сделала. Я буду бабушке помогать, буду ей советовать, что сделать. Ключи новоселам вручили, теперь осталось пережить еще один волнительный момент – сам переезд и обустройство на новом месте.